определенные насаждения. Уже в этом году 65 проектов будут реализованы с помощью ТОС. Одним из победителей стала улица Лермонтова. Жители получили 1,5 миллиона рублей на благоустройство спортивной площадки. В данном микрорайоне у нас имеется детская площадка, но возникла необходимость создания площадки для подростков 14-16 лет, ну и для занятия спортом людей более старшего возраста. Здесь будет у нас плотное прорезиненное покрытие, спортивные тренажеры, здесь будет зеленое насаждение, лавочки для отдыха, ну и, естественно, цветы, красота. Также в этом году победителем стал ТОС «Шахтер». Жители на улице Чугаева, 63, нуждались в парковочной зоне. Сейчас асфальтирование уже выполнено. Рабочие благоустраивают прилегающую территорию. До этого тут была грязь везде. Машины парковали безобразно. Кто-то по дереву прям переезжали через бордюры прям на дорогу. Ну, решили просто облагородить, сделать парковочную зону. Осталось вот благоустройство. Землю завозим сейчас по кругу. Землей все отсыпем, засеем травой, и, в принципе, ТОС будет уже готовлен сдаваться. Напомним, проекты ТОС реализуются при поддержке мэрии Владивостока и губернатора Приморья Олега Кожемяка. Артем Белов, Елизавета Драгомирова. Новости на Восьмом.